Авель, я хочу задать этот вопрос, потому что я очень часто вижу, что вот тот средний, который обозначает колено левее, он все время надломленный. И вот этот вот кусочек называется офикоман. Объясните, пожалуйста, нашим зрителям, почему они это ломают и в чем суть? На самом деле слово офикоман никто не знает, откуда оно произошло. Есть некоторые версии, что это древнеарамейское слово, есть версии, что это древнегреческое слово. Но в любом случае, есть такое понятие, как поиск истины. Еще раз, это одна из версий, которая мне лично очень нравится. Поиск истины заключается в том, чтобы мы знали, что мы ищем, и приложили максимум усилий к тому, чтобы это найти. Вот одна из это версия, которую я услышал здесь, в Иерусалиме, 22 года назад, именно на первом пасхальном седере. И мы ищем вот это офикоман, не мы, а дети. Да? Иисус говорит, будьте как дети, потому что дети пока не идут, не успокоятся. И знают, что когда они найдут эту истину, они получат приз. Поэтому он говорит, будьте как дети. Авель, спасибо большое. К огромному сожалению, есть столько вопросов, которые хотела бы задать. Если у вас есть какие-то вопросы, у нас есть еще короткое время до окончания эфира, пишите. Да. Я очень надеюсь, что Авель Станкевич будет часто приходить на прямые эфиры и делиться своими знаниями. Спасибо большое, Авель.